Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхам Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанно Самаюктам Бинда Ванам Манохар Ванча Калпатару Ваша Кипа Синду Бевача Патитананг павуне бхавишна бибью наму нама муканкароти бачаланг пангунланг хайтигидем ятки патам хангаванде парама анандамадвам бриндавай тусиде буйпиавай кесвасача снабхакти паде деви саттваттвай наму нама Нараяна намаскритта нарунча ива наруттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасанеча Шадануракта гуру бхакти юкта Бхакти прамодакша жагодваранья Дхайям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхаспадам сива виринчанутам сараньям Бхитаттихам панатапал бхавадипутам Банде махапурушате чаранарвиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Виспуриджитакамапикаподушвадарши Пурнанурагурасасагурасарамурти Шарадхикамай кадакипам карош. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Каура Бхакта Бинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Каура Бхакта Бинда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита хужоу канука бодато. Санкиртаной капитару камала ятакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало Банде ягат прия кару каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Муктинча Муктинча Тата Синиттам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно прияманango мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Вагиша жушо бадане Лакшмир жаша ча бхакшаши Ясьясте хидая самбихи Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Преманжана чрита бхакти вилочанена Сантаха садива хидеш вилокаянти
Jam Syama Sundara Machinta Guna Sarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajam. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santaha Sadeva Hideshu Vilokayanti Yang Syama Sundara Machinta Guna Sarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajam. Chaitam Chaitanam Adipurusham Tamaham Bhajam. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, there is some such attraction. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что в Кришна Прити есть. А Кришна Прити, она настолько прекрасна, что оно привлекает, оно влечет всех, все к нему. И по сравнению с этим Кришна Прити никакая мораль, никакая честность, никакие другие качества, они не могут сравниться с этой Кришна Премой. Гаудия Гоштипати Шишчила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Джагадгуру сказал, что Кришна Прити имеет, она настолько прекрасна, что все привлекается этим Кришна Прити, и в сравнении с этим Кришна Прити никакой моральный стандарт, никакая этика, никакая честность, ничто не может сравниться, ничто не может устоять перед Кришна Прити. Кришна Прити оно сверхъестественно. И если весь мир будет критиковать меня, все общество будет выступать против, говорить, что Кришна Прити нечто нехорошее, неэтичное и прочее. И вот если весь мир критикует меня, возмущается, но все же, если я игнорирую всех их мнения и полностью погружусь в Кришна Севу, то это очень благоприятно. И такая проверка может прийти в мою жизнь, в вашу жизнь, в чью-либо другую жизнь. И вот такое испытание, оно может прийти к любому, чтобы проверить, насколько мы преданы, насколько мы готовы предаться Кришне и на что готовы ради Него. Если мы частично предаемся, то мы не можем ожидать совершать подлинные Кришна Баджаны или Гуранга Баджаны. Можем совершать другие виды Баджаны, но на пути Кришна и Гуранга Баджаны никакой частичности и полупредания не может быть. It is not possible. This way, we are automatically cheated. И таким образом нельзя совершать баджан, не предавшись полностью. И таким образом люди не автоматически обманываются. Шрила Прабхупад говорил, что иногда из-за своего невежества мы думаем, что кто-то какие-то проблемы приносит мне, мешает совершать харибаджан, но это Шрила Прабхупад говорит, что это неправильно. Наш слабый ум, он не может позволить вам совершать баджан. Вы не можете развить стабильность вашего ума. Думаете, что все проблемы приходят снаружи, но главная проблема внутри вас. То, что мы ищем проблемы снаружи, но главная проблема, она внутри нашего сердца. Брахма Самхита это самая авторитетная книга, одобренная Бхагаваном Шри Кришна Чайтанья. У нас нет сомнений в этом. Она полностью одобрена. Брахма Самхита и Кришна Каранамрита. И та шлока,
которую я начал, она имеет очень глубокое значение. Бхакти Деви, она поможет нам обрести даршан гуру вайшнавов, каких-то божеств. Только с помощью бхакти можно видеть даму, гуру и вайшнавов, можно понять харикатху. Все это зависит от одного единого, от нашего самопредания. Если мы сможем предаться, то все остальное оно автоматически произойдет, поскольку в киртанах мы слышали такие слова. Йогота бичаре кичу нахи пай томаро коруна сар. И вот здесь говорится, что если Гуру Махарадж хочет проверить нас, посмотреть, если у нас какие-то хорошие качества, то он, скорее всего, ничего не найдет. И это его милость, его беспричинная милость. Он дарует нам свою милость, чтобы мы были достойны совершать Гуру Вайшнава и Бхагаван Сева. Да, но Гуру Махарадж хочет нас видеть только одно. Мы можем пытаться что-то делать, но Гуру Махарадж не заинтересован в этом. Он хочет видеть наше самопредание. Мы можем сделать все, но показать Шаранагати, кто может обрести Шаранагати, это не так просто, поэтому из-за этого мы не можем совершать достойный баджан. Мы можем сказать, что кто-то Шаранагати потом обретет, но в тот день, когда вы обретете Шаранагати, то именно в этот день вы обретете результат, а не до этого. А если не обретете, то Шаранагати — это какое-то частичное благо только получите. И вот Гуру Махарадж и Шрила Прабхупада не хотят видеть только одно. Они видят, что у нас мало достоинств, мы падшие души занимались всякими недостойными делами. Гуру Махарадж может видеть все. Если Шрила Прабхупада посмотрит на вас, то он увидит, что внутри вашего сердца. И вот несколько примеров я могу привести вам. Один преданный. Он ученик Шрилы Прабхупады. Он приехал с Асама. И вот он приехал, чтобы получить Харинам дикшу. They are not going to take Harinam Diksha, nothing. They are going to, okay, you take small boy. No. The они small boy не приехали, чтобы получать... Ну, они приехали по какой-то другой цели, но that, их ребенок получил Харинам Дикшу. Услышав Харикатху от Шрилы Прабхупады, увидев Шрилу Прабхупаду, он вдохновился. The father, I mean the father of the boy, и вот отец ребенка тоже увидел Шрилу Прабхупаду. Он not so educated, but many times I told Harikatha is the language of your soul. Harikatha is the language of your soul. So anyway, я уже много раз говорил, что Харикатха — это язык нашей души.
Поэтому Харикатху понимает, даже не понимая языка иногда. И вот он решил получить Харинам в день Гуру Пурнимы. Preliminary testing done, they are going to take Harinam from Prabhupada. They are in queue, one by one going, Prabhupada giving Harinam. That man is also going to shave his head. The man is also going to shave his head. И вот этот человек, он тоже going to stand in line. Собрался получать Харинам, побрился, сел в очередь. And the man, manager, who is going to тот, кто check up, записывал кандидатов на получение Харинама, нужно было проверить, спросить что-то, и он там сказал тому человеку, что не можете сегодня Харинам получать, то что вы курите, недостойно, в общем, из-за этого Харинам получать. Этот человек начал плакать, сказать, что я обещаю, с сегодняшнего дня курить не буду. И, пожалуйста, дайте мне Харинам. Я уже стар, когда умру, непонятно. И вот Шрила Прабхупада слушал их разговор. Он, Шрила Прабхупада, он видит, что происходит с учениками за тысячи километров. Он знает, что происходит с Садханандой, с Бон Махараджем, который отправился в Англию со всеми другими. И вот Шрила Прабхупада позвал этого человека, который записывал, сказал, что может дать Харинам этому человеку. Сказали, что вчера только курил. Поэтому не хотим его пускать. Шрила Прабхупада принял решение дать ему Харинам, поскольку этот человек искренне раскаялся, пообещал, что он больше никогда не будет курить. И Шрила Прабхупада услышал, что эти слова он произнес своим сердцем, а не умом. И поэтому он дал ему Харинам, он увидел, что он искренне, этот человек искренен. И также Харикатха, если мы искренне, то она изменит наше сердце. Иногда можно видеть, что люди пытаются плыть одновременно на двух лодках. Одна нога на одной лодке, другая на второй. И в итоге они падают в воду. И Шрила Прабхупада приводит такой пример. And if you put the two boat can slide away and you can fall down into river, that is your condition. That is why you cannot get success. That is the main problem. You cannot believe 100%. И в этом причина наших неудач, потому что мы не можем полностью поверить Гуру Вайшнавам, а пытаемся следовать каким-то нескольким путям. И таким образом Шрила Прабхупада, он дал Харинам этому человеку. Many such cases, I can give you и много таких случаев. After после Гуру Пурнимы, когда она закончилась, когда все преданные ушли, пошли после Гуру Пурнимы, все преданные пошли прощаться с Шрилой Прабхупадой, кланяться ему перед тем, как уехать домой. Просили разрешения уехать домой. И во времена Гауранги Махапрабху было такое же. Преданные приходили к нему попрощаться, но он просто плакал и не мог ничего сказать. Он не мог позволить им вернуться и назад к их материальной жизни. Можем ли мы из-за того, что мы не видим сердце Гуру Вайшнавов, из-за этого проблемы наши возникают. Мы думаем, что у Гуру Вайшнавов нет милости. И в этом главная проблема, то, что мы не видим милости. И вот преданные приходили попрощаться перед тем, как уезжать домой. И вот Махапрабху сидел, ничего не мог сказать, просто плакал.
jump into fire. Mahaprabhu cannot allow. That is the main problem. Because for Chaturmasa, 4 months, for 4 months, they are doing parikram, they are doing kirtan, they are paying dandava to Jagannath, sankirtan all the day and night they are doing. But now, they are going back to home. Cannot allow. Same thing with Prabhupada. Prabhupada cannot allow them to jump into fire. И вот так, также Шрила Прабхупада не хотел, чтобы они опять возвращались к материальной жизни. Но если наша материальная жизнь посвящена, наша семейная жизнь посвящена Гуранге, то в этом нет проблем, но не всегда так происходит. И вот Шрила Прабхупада тоже ничего не отвечал, просто сидел и смотрел с печальным взглядом. Я знаю, вы попросили меня говорить о Шришри Прамавиварте сегодня, но я хочу связать эту тему с Дама Парикрамой, чтобы показать вам все ясно. Хотя знаю, вы попросили меня говорить сегодня о Прамавиварте Джагатананда Пандита, но все же сегодня день Гопурнимы. Я хочу связать эту тему с парикрамой, с Навадвипом парикрамой, чтобы показать вам, что такое дама парикрама и какое благо мы можем получить из этого, что такое дама и все остальное. И после этого я свяжу это все с первой шлокой, с которой я начал, и покажу, какая огромная любовь Джагадананда Пандита к Гуранге. Если мы можем, если мы не сможем развить такую огромную любовь к Кришне в нашем сердце, то тогда мы не можем ожидать, что можем совершать Кришна Баджан. Только тогда мы можем совершать Кришна Баджан, когда у нас есть такая огромная любовь к Кришне. Просто какими-то мантрами, ритуалами, ягьями мы не можем совершать баджан. Кришна, Он поклоняем только с помощью нашей любви. Кришна, Он не заинтересован в том, сколько богатства вы имеете, сколько вы делаете для Кришны. Кришна, Он смотрит только на наше сердце. На пути Кришна Баджана мы должны появиться, мы должны пройти бесчисленные испытания один за одним. Если мы не сможем, провалим все эти испытания, то не сможем продвигаться дальше. И вот то, с чего я хотел начать, то, что Гуру Падма, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, они хотят видеть только одно — нашу искренность, насколько мы искренни. Гуру Падма, он хочет видеть только искренность в нас, а все другие качества, они автоматически придут к нам. Нам не нужно думать об этом, я обещаю вам, все другие качества, они придут к вам. Главное, чтобы вы были искренни. Если есть какое-то лицемерие, то мы не сможем достичь успеха. И Гурупад Падма, он... И вот эта шлока, которую я говорил раньше, вот эта шлока... Jeshamsa esha bhagavan dayayeda ananta sarvatmana asridhapadam jadi nirvalikam. Te dustaram atitaranti cha deva mayam na mamaham iti sa sigala bhakshe. If I explain this slok little bit, you can understand a little bit. Jeshamsa esha bhagavan dayayeda ananta. He who is going to enjoy kipa, те, кто обретают милость, благословение Нитянанды, я много раз говорил на день явления Нитянанды, может, кто помнит,
что all of you will have to follow 100% brahmacharya. Without that, your capacity not sufficient, you cannot catch. Many times before I told that Indra and Virocha, both of them approach Brahma to get Devaguru Brihaspati to learn Brahmacharya. Точнее, Вирочан и Индра, они пошли к Брихаспати, чтобы обрести божественное знание, они пошли к Девагуру Брихаспати, чтобы обрести знание. Вот они пришли, слушали то, что говорит Гурудева Брихаспати, говорил об Брахма-таттве. Но Вирочан, он не понял. И вот понимание Вирочаны, оно было совершенно другое. Он понял совершенно другие вещи. Индра как-то понял, но Вирочан не то, что не понял, а понял все неправильно. Поскольку он был асуром, демоном. И вот в соответствии с нашими самскарами, нашими предыдущими впечатлениями, мы что-то понимаем, если у нас какие-то дурные впечатления от наших прошлых действий, то иногда это мешает пониманию. И вот они ушли, когда Индра беспокоился о том, что он не понял все, что говорил Брихаспати, он опять пришел к Гурудеву, к Брихаспати, сказал, что он не понял какие-то моменты, пожалуйста, объясните. И вот он сказал, что сначала ему нужно этому индрии нужно следовать брахмачарье долгое время. И после этого он должен прийти, и тогда сможет понять, в Упанишаде говорится. Индра Махарадж решил следовать брахмачарьевати, и тогда смог, значит, лучше понять учение Брихаспати о Брахма-таттве. И Гурупад Падма, он хочет видеть, насколько мы искренни. Если мы не искренни, то лицемерные люди, они не могут обрести милость. Конечно, у вас могут какие-то быть слабости, не способны что-либо делать, но это либо мы недостаточно умны, но это не главное. Главное, что мы были искренни. I can take all your mind and, you know, intelligence, all I can throw into garbage. I cannot take. So, by the application of your brain and intellect, you cannot come out successful. И вот с помощью вашего интеллекта вы не можете достичь успеха. Нужна искренность и преданность. И вот Нитьянанда Прабху благословил. Wholeheartedly, totally 100% Saranagata. Jesam Sayesa Bhagavan Daya Eda Ananta Sarvatmana Asita Padam Jodi Nirvalikam. Nirvalikam Mani Nishkapat. Вот в этой шлоке говорится, что нирваликам значит нишкапот, то есть мы должны быть искренне. Not compensating factor. Even I cannot say that each one of them is compensating factor to each other. I cannot say. Rather, I would say both the same. Sarvatmana asita padam means even nishkapat. And even nishkapat means you are surrendered. Если мы предались полностью, это значит, что мы искренне. Don't follow. That day I was speaking in Hindi Harikatha. И вот я на хинди говорил чуть раньше, что сева и сиддханта не отличны друг от друга, а как?
как так получается? И вот Махараджа на хинди, вот он собирается говорить на эту тему, а не отлично, не потому, что сиддханта — это сева в практической форме. Как мы признаем, что Шабда Брахма имеет какую-то форму, как Вани Сарупа Гурудева. И если я буду говорить Харикатху о Севе, то тогда вы можете попытаться увидеть сварупу этой Севы. Например, я сижу на Вьясасане, говорю что-то о Севе. Кто-то может сказать, что Махарадж ничего не делает, только говорит, но это глупо. У Гуру Вайшнавов есть сева, сварупа и трансцендентное служение, которым они занимаются. А то Сиддханта она тоже имеет какую-то сварупу, так или нет? Сиддханта Вичара, о котором я говорю, она тоже имеет Вани сварупу. И это Вани сварупа. Если мы увидим ее, то мы увидим то, о каком служении я говорю. То это служение мы можем, то есть, когда сиддханту мы находим в практической форме, это зовется сева. Вот если мы предались полностью лотосным стопам Садгурудева, то Садгуру может дать нам силу. Различные качества не могут прийти к нам, чтобы украсить вас, украсить ваше духовное тело. Автоматически это произойдет, и поэтому в киртанах говорится. Если у нас нет никаких качеств, а только есть искренность, шаранагати, преданность, то Гурудев, он даст нам все остальные качества, он украсит нас различными духовными качествами, которые помогут нам совершать баджан. И у нас появится способность, возможность совершать различные виды служения. Я, например, не философ, я изучал математику, а как я могу говорить харикатху на философские темы? Это все случилось только по милости Гуру Махараджа. По милости Гурудева возможно все. И вот это очень важное. Я говорил, что Садгуру, особенно Садгуру, который сам совершает Кришна-бхаджан, поскольку Садгуру может быть на пути Рама-бхаджана, например, не только Кришна-бхаджана, это в других сампрадаях, а я говорю конкретно о Садгуру, который совершает Кришна-бхаджан. Кришна-бхаджан, он имеет множество особенностей, и можно вспомнить, я говорил, давно, несколько лет назад, я помню, не все помнят, но по милости Гурудева я помню все, о чем говорил раньше, и я говорил, что любые споры, политика, и в трансцендентном мире, в Апракрита Джагате, есть различные виды, различные способы совершения Кришна-бхаджана. И тем способом совершения бхаджана на Кришна-локе мы их приветствуем, но в материальном мире такое очень редко применено. Как Шрила Прабхупад говорил, что если любовь и споры возникают на пути Кришна-бхаджана, то мы приветствуем это, но если они происходят ради чего-то другого, то нет.
Так можно видеть, что Радхарани и Чандравали, их две группы, они постоянно борются, соревнуются, конкурируют с друг с другом, но это великолепно, поскольку они делают все это ради высшей цели, ради Кришны. И если мы когда-то по милости Гурудева достигнем такого уровня, чтобы понять, полностью осознать то, что я говорю, тогда вы поймете, что это не какая-то сухая философия, а нечто настоящее. И вот Шрила Прабхупад много раз говорил, что любовь и борьба, если они совершаются ради одной единой высшей цели служения Нанданадану Шри Кришне или Бхагавану Шри Кришне, то мы выражаем почтение таким вещам, поскольку на пути абсолютного служения Кришне, Нанданадану Шри Кришне, и любовь и борьба, если они ведут к единой цели, то в этом нет ничего плохого. И та борьба, которая происходит на Голоке, она так же важна, как и любовь или просто служение Кришне. Может, кто-то никогда не слышал этого из-за того, что не совершал сатсанги должным образом. Что это, кому-то эти вещи кажутся очень удивительными. Если вы привыкли слушать Шрилу Прабхупаду, Бхактивинода Тхакура, Шрилу Кешава Госвами Махараджа, то тогда вы, может, слышали это раньше. И вот любовь и борьба, если они случаются ради одной единой высшей цели Кришна Севы, для того, чтобы Кришна был доволен. Same significance of Krishna Seva. Very, very hard to realize. Это очень сложно понять с первого раза. Не все могут понять, и потом. И вот я сказал, что без Кришна Према, без Гуранга Према, мы не можем понять то, о чем я говорю. Не достигнув премы, далеко не каждый может понять то, о чем я говорю. Когда вы обретете прему, то более ясное понимание оно придет к вам. И вот все действия Шри Чайтаньи Махапрабху, все действия Радха Говинды, это невозможно, их сложно понять. И вот здесь говорится, что даже Брахма, Шанкар, они не могут понять. Но это не значит. Вот один преданный, когда я говорил на хинди, он спросил: Брахма Шанкар not understanding there, what is this? I told him that Brahma Sankar, even Brahma Sankar cannot realize. That doesn't mean even Brahma Sankar don't understand. Вот that doesn't mean. Вопрос был, что если Брахма Шанкар, если они не могли понять, то это не значит, что Брахма он глуп. Everything has some significance. Кеша-шеша-ди-агьям-мя, Кришна-дас-кавирай-дурсами-райте, in Govinda-лидамита. So that doesn't mean our previous Guru-варга, I mean Brahma, Adi, they are all idiot number one. Not that. И вот если Брахма не смог что-то понять, это не значит, что они глупые, что у них нет премы. Если бы у Брахмы не было премы, то почему бы он тогда упоминается вот в этом киртане, посвященном Гуру Парампаре. И вот глупые люди не могут понять этого.
А когда они слышат от самосознавшей себя души, то когда они поймут это. А если Брахма и Шанкар не смогли понять это, это значит, что это очень высоко, очень великолепно, очень сокровенно, что даже такие великие души, как Брахма и Шанкар, они то не всегда могут понять это. А если мы будем думать, что если они не поняли, то значит, они глупы, у них нет Кришна Премы, то это совсем неправильно. Мы знаем, что Гопешвар Махадев, он, ему позволили войти в Расалилу. В качестве Гопи, поскольку он сначала обрел Гопи Бхаву, потом он смог участвовать в этой Расалиле. И если вы что-то не понимаете, то это приведет к неправильному пониманию Сиддханты. И поэтому без премы Кришна Баджана он невозможен, хотя мы знаем, что Брахма, он прошел через самскары. В Брахма-самхите можно найти, что сам Бхагаван, он провел самскары для Брахмы. Он, Брахма, получил дикшу от самого Кришны. И поэтому мы знаем, что вот он получил Кама-гайтри в Гураштаке. Это описывается, если какие-то люди заявляют, что Брахма ничего не знает и просто глупец, то это очень глупо и показывает глупость таких людей. Это сделано для того, чтобы показать нам, насколько это возвышено, настолько сокровенно, что даже Брахма, он не понял сразу этого. Это очень наиречайшее. Вот как в этой шлоке говорится, что это не говорится, что вообще невозможно, а просто очень трудно, крайне трудно достижимо. И вот во всем мире, если я хочу получить бриллиант такого размера, сложно его найти. Такой бриллиант был в Кахину, потом его англичане сприхватизировали где-то в Англии. Теперь это очень такой редкий камень. Этот бриллиант огромного размера. Также есть драгоценные камни, которые растут на голове ядовитых змей. Не всегда растут, а если в каком-то положении звезд дождевая вода попадает на голову змей, когда вот это все факторы эти совпадают, то какой-то драгоценный камень эту штати Накшатру, когда это случается, то какой-то драгоценный камень растет на голове какой-то ядовитой змеи. Если эта вода попадает на голову слона, то гаджамукта образуется. Какой-то этот драгоценный камень, который растет на голове у слона при вот совпадении вот этих всех обстоятельств. Но это очень редкие явления. Но они все же возможны, хотя крайне редко происходят. И поэтому здесь используется кеша шашани агамьят, то, что крайне редко и труднодостижимо. Мы хотим следовать Гуранга Лиле. И вот наши Рупа Госвами Пад, Вишвана Чакравати Пад, они описывают, и Кришнадас Кавирадж Госвами, он подробно описывает, чтобы мы поняли. Если мы будем игнорировать Лилу Гуранги, если мы попытаемся сразу попасть в Кришна Лилу, то
мы просто сгорим в процессе. Если мы игнорируем лилы Гуранги, то это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому моя просьба в адрес лотосных стоп всех преданных, то, что мы должны следовать Шри Чайтанья Бхагавати, это наставление Бхактивинода Тхакура, не созрев, не став достойными, не достигнув определенного уровня, мы не можем изучать Оджвала Ниламани. Какие-то люди могут вас пытаться одурачить, но наставление Шри Чайтанья Бхагавати в том, что сначала мы должны стать достойны, а потом читать какие-то возвышенные книги. Чайтанья Чайтамрита, философия, которая приводится там, она очень высока, поскольку перед этим вы должны понять Санатана Шикшу, Рупа Шикшу, Рамананда Самвад, это все эти все предваряющие вещи вы должны не только изучить, но и осознать все, иначе ваше чтение Чайтанья Чайтамриты бесполезно будет. Я тоже пытаюсь следовать этому. И вот та книга, о которой мы сейчас будем говорить, я гарантирую, ее имя — это Шри Шри Прамавиварта. Имя этой книги Шри Шри Прамавиварта, я сделаю небольшое вступление. Прамавиварта значит поток, поток премы. Иногда, если мы приходим к реке, то видим поток этой воды. Вот и те, кто занимаются плаванием, то они предельно аккуратны, чтобы не попасть в какое-то сильное течение, чтобы не унесло далеко от курса. Или пилоты, которые летают в самолетах, тоже могут попасть в какой-то неблагоприятный воздушный поток, который в лучшем случае куда-то несет, в худшем сломает весь самолет. И вот, или если мы плаваем просто по реке, то, несмотря на все наши умения в плавании, если мы попадем в сильное течение, то выплыть оттуда крайне сложно, если вообще возможно. Но если мы попадем в поток премы, то мы будем только продвигаться дальше. Как опасно попасть в поток обычной реки, который нас непонятно куда унесет, а если мы попадем в поток премы, то наоборот он нас возвысит. Почему так происходит? И в этом великолепие премы. И поэтому Рупа Госвами Пад пишет. Путь любви, он зигзагообразен. Если у вас есть опыт какой-то материальной любви, то иногда можно наблюдать, что если ваш объект любви говорит одно, а делает другое, то вы часто противоположное, то вы все равно поймете, что у него на сердце. Или према, чувство премы, оно может поместить вас в какую-то опасность, но эта опасность будет прекрасна. Thinking. It is the love of passion.
Если мать любит ребенка, если ребенок опаздывает, то собирался в 5 прийти, а уже 6 или 7 его нету, мать волнуется, может, что случилось, может, по дороге. И не обижается, если ее ребенок опоздает, это естественно. Даже в материальном мире. In Bengali and Sanskrit we say anurag. На бенгале и санскрите зовется анурага. You love or not, it depends upon these all those factors. If you are going to discover your lady love daily, new, every moment new. Любите кого-то по-настоящему, то ваш объект любви с каждым днем, с каждым разом он открывается все больше и больше вам, и также. Если преданные любят Кришну или Шри Чайтанья Махапрабху, то волны любви, они каждый раз становятся все сильнее и сильнее. Хотя вроде Гуранга Махапрабху мы видели вчера его, он тот же самый, но на следующий день он откроется больше, с большей полнотой, с большей яркостью. И преданные могут таким образом открывать для себя Бхагавана. Каждый день по-разному мы ходим, смотрим на арати, участвуем в нем. Шрила Прабхупад тоже смотрит на арати, но наше видение арати, оно отличается от того, что видит Шрила Прабхупада. Разница, она очень велика. Шрила Прабхупад видит Радха Говинду. Все эти саки манджари вокруг служат им, но мы часто видим что-то другое. И вот, чтобы улучшить, прояснить наш даршан, это зовется баджан. Если мы не можем улучшить наш даршан, наше мировосприятие, то что толку. И вот Дама Парикрама – это один из способов улучшения, усиления нашего даршана. И вот Джагадананда Пандита тоже совершал Дама Парикрама. Я хочу сейчас это все связать вместе. И вот, что такое Дама? Дама. Дама – это расширение Сандини Шакти, это ее продолжение. Я уже много раз говорил раньше. Вы могли забыть, но я говорил о том, что бесчисленные шакти Бхагавана могут быть разделены на две части. Первое – это проявление этих шакти в материальном мире. Майя шакти, но с помощью которой можем найти все наши бесконечные миры. Если мы посмотрим на этот Млечный Путь, то там множество планет, звезд этих планетных систем. Это НАСА, последние спутники запускают, они все десятилетиями летят и не долетают. Если вы попытаетесь понять бесконечность, то удивлены будете. Я говорю бесконечность, но кто может понять, что такое бесконечность? В тот момент, когда вы поймете, что такое бесконечность, вы будете поражены, удивлены. В математике есть такое понятие, как бесконечность, но кто ее понимает? Просто есть какая-то теория,
Это в вычислениях может быть используется, но кто сердцем ее понимает, что такое бесконечность или стремление к бесконечности. Может, какие-то профессоры по математике не преподают это, но кто может понять? Шрила Прабхупад, такой термин используется, экпад вибхути. Есть разные пути, четыре пути, точнее, есть часть энергии Бхагавана, и вот одна четвертая часть — это бесконечность, весь этот бесконечный материальный мир. Это всего лишь часть энергии Шакти Бхагавана, все эти планетные системы, все материальное творение, которое бесконечно, это всего лишь часть его Шакти, часть его энергии. Мы должны почувствовать сначала, что мы беспомощны, а если мы не чувствуем себя беспомощными, то мы не сможем принять прибежище у Гопад-Падме. И в тот день, когда вы почувствуете, что вы беспомощны по сравнению с этим бесконечным миром, как Гурупад-Падма, он приводил пример, что тонущий человек, он хватается даже за соломинку в надеждах спастись. Те соломинка на толку от нее не будет, но все же. И когда мы осознаем, что мы беспомощны в этом бесконечном материальном мире, только тогда мы сможем искренне, по-настоящему принять прибежище у Гуру Вайшнавов. Те вещи, которые происходят в этом мире, я не заинтересован в них. Я не заинтересован в том, кто что делает. Не хочу критиковать никого. Пускай они делают все, что хотят. Я буду продолжать говорить харикатху. Если хотя бы один человек поймет, я буду счастлив. Это не так просто. И в тот день, когда вы осознаете, что вы беспомощны, и тогда вы сможете принять прибежище у Гурупад-Падме. А если вы будете зависеть от денег в банке, от еще чего-то, от власти, от образования, каких-то физических способностей, то вы не сможете обрести милость. Как Брихат Бхагаватамрите говорил, Драупади, она хотела зависеть, она понадеялась на кого-то, кроме Кришны. Это такая лила, нельзя сказать, что Драупади не думала о Кришне, она всегда думала о Кришне, но вот в тот момент такая лила произошла. И когда Душасан хотел сорвать с нее сари, обнажить ее, то в то время она приняла прибежище у Бишмы, начала молиться ему, чтобы тот спас ее, потом у Дроначари, потом у Дхритараштра, потом у Юдхиштхиры, потом у Арджуны. Но никто не собирался спасать ее. И только потом она приняла прибежище у Говинды, и тогда Говинда явился в форме бесконечного сари, чтобы защитить ее. Когда Драупади потом жаловалась, что ж так поздно пришел Кришна, так ты ж не звала меня. Ты звала Бхиму, Арджуну и всех остальных пандавов, а меня звала в последнюю очередь. Вспомни, у кого ты просила помощи, действительно,
И поэтому Кришна, как только позвали, сразу он пришел. А если вы, ты звала кого-то еще, то чем я могу помочь? И также, если вы зависите от кого-то или от чего-то, если вы надеетесь на что-то, кроме Кришны, то тогда ваш баджан далек от идеала. Много раз я говорил, что деньги — материальное положение. Они не подобные эти материальные вещи, я не привязан к ним. И вот мы должны понять все это. Чтобы войти на Голоку, что такое Голока Дхама, что такое Дхама. Сегодня времени мало, завтра я более подробно буду говорить. И вот это бесконечное материальное творение, это всего лишь четвертая часть всего мира, а остальные три части — это трансцендентный мир. Это всего лишь четвертая часть всего творения, это материальный мир, а три четверти — это духовный мир. Не духовный, а какой-то более высший. А что говорить о трансцендентном мире, о Голоке Вриндаване? И в тот день, когда вы осознаете, что вы беспомощны, то тогда вы подумаете, вы осознаете о пользе принятия прибежища у Гурупад Падмы. А если кто-то надеется просто на кого-то, какие-то такие вещи происходят, то нельзя сказать, что это полностью люди приняли прибежище. Нет времени говорить об этом, лучше расскажу чем-то позитивным. Если вы есть здравый смысл, то вы поймете, что я имею в виду, поэтому не нужно спешить получить дикшу непонятно где. Сначала нужно исправить себя, молиться Нитянанде. И Нитянанда, он организует все, как я молился день и ночь Нитянанде. И Нитянанда, он помог мне обрести подлинного гуру. И вот это материальное творение, это всего лишь четверть всего творения. И в этом отношении я хочу сказать о нечто важном. И однажды Шарадинду Рай сказал, он, в общем, кто-то спросил Шрилы Прабхупады, а точнее, не Сарабиндура, а Мадан Махан Малабья. И вот он был знаменитый ученый. Он хотел предаться лотосным стопам Шрилы Прабхупады, но никому иному, только ему. И вот он сказал, вы печатаете Нади Пракаш каждый день, откуда столько новостей у вас? И Шрила Прабхупад, он сказал, что вы пандит. Знаете, этот материальный мир — это всего лишь четверть всего творения, а три четверти — они за пределами этого материального мира. И поэтому, если в этом материальном мире только новостей, газет, прочих журналов, они бесчисленны. Indonesia, Java, China,
Даже в какой-то обычной отдельной стране там куча новостей, газет и прочих новостных изданий. И вот Шрила Прабхупад ответил, что если в этом материальном мире столько новостей, то почему их не может быть в духовном? So many newspapers, countless newspapers publishing, where from they get, you know, material news, so many material news. Even material world, even if in this material world, so many news, what to speak about by this three part of all vibhuti, three part, infinity. There is shortage of message, what do you think? Infinity material world. И вот в этом бесконечном мире эта Земля, она очень мала. Особенно относительно других планетных систем и прочих планет, эта Земля, она очень мала относительно всего этого. А здесь столько новостей. So this is infinity material world, and out of that the earth is very small, and within this earth there are so many countries, and in each one of this, any one, each country, they are going to publish so many news, where from they are getting material news, so many news. Prabhupada asking to him, even in material world, this earth is very small, you cannot see. И вот Шрила Прабхупада говорит, что несмотря на то, что эта земля крайне мала в сравнении со всем остальным, но все равно множество новостей здесь происходит, и также в духовном мире. Поэтому нет ничего удивительного, что в духовном мире тоже множество новостей. Я их могу собрать и опубликовать. И вот мой гуру Падма был главным редактором Надя Пракаша. Каждый день они собирали новости относительно духовного мира и публиковали все. Сейчас много технических удобств, но раньше, когда газеты делались без, когда еще компьютеров не было, нужно было работы. Все этой типографской работы было на порядке больше. CTP, computer to press. So now so much facility. But at the time of Prabhupada, if you think about what was the situation that time, at the time of Prabhupada, if you think, you can cry or not. Oh my God, I'm feeling so much pain. How it was possible for my Guru Maharaj or Guru Bhargava to collect so many news and editing and finally shake up by Prabhupada. You have to press, now letter press. Each letter you'll have to take. You know, there is one instrument. One word. Lead. Махараш рассказывает, сколько трудностей было раньше. Это когда Надя Пракаш издавался, он еще давно издавался, еще компьютеров в помине не было. С каких он? С 30-х годов, по-моему, до. То есть было сложно это все делать, но как или так и иначе делали, издавали Надя Пракаш каждый день, несмотря на все эти технические сложности и трудности с подготовкой всего к печати. Now so much facility, so much money, AC, DC,
microphone, mobile, you know, internet, everything. But still, we're gone. We're gone. All your, you know, we're gone. All finished. So this way they used to serve. И вот таким образом они служили. И что такое дхамма, как они совершать парикраму и прочее, я завтра объясню, сейчас немного скажу о Джагатананда Пандите и Прамаварте. Завтра я объясню, что такое дхамма, какое объяснение дхаммы в Брахмасамхите приводится, как понять все, как дхамма снизошла сюда, в этот материальный мир, как это возможно все. И вот Джагатананда Пандит, о, Джагатананда Пандит, я хочу рассказать, что он вечный личный спутник Бхагавана. Джагатананда Пандит, он являл, участвовал в лилах Махапрабху. В детском возрасте он участвовал в его лилах, они боролись друг с другом. Whole night Jagadananda falling at the beach of Ganga, not going to home, we and fasting, no prasadam. Вот однажды, когда они подрались с Гуранга, Джагатананда печалился, просто всю ночь провел на берегу Ганги, и вот Махапрабху с утра пошел мириться с ним, пошел искать его. Он нашел его, обнял, попросил прощения. И вот они обнялись, помирились. И Махапрабху повел к себе домой на завтрак. И вот в детстве в большинстве случаев они так дрались друг с другом и потом мирились. Спустя короткое время. И таким образом. Я хочу объяснить этот термин према-виварта. Это поток премы. Према-виварта. Это значит, это поток премы. Из того, что написал Рупа Госвами, из его книг мы узнаем. Это путь премы. Према, она не может... Прямо всегда она зигзагообразно движется. Если что-то движется прямо, то это точно не прямо. В материальном мире можем видеть, что если наша возлюбленная опаздывает на полчаса, то часто люди обижаются сильно. Несмотря на все оправдания опоздавшей стороны, не хотят ничего слушать. В этом материальном мире мы тоже можем находить такие потоки премы. Она всегда зигзагообразна, как змея. И наш Прабху Гауранга или Бхагаван Шри Кришна, они понимают этот поток премы. И вот множество. Гуранга, он... И вот иногда Гуранга или Махапрабху не хотят бороться с преданными, принимать остатки их пищи.
Как можно вспомнить Кришна, когда они спасли этих телят с пастушками, то все его друзья, они пошли собирать фрукты с деревьев. Часто эти фрукты висели достаточно высоко, просто так их не собрать. Поэтому они один пастушок забирался на второго, второго на третьего, третий на четвертого, и таким образом. А Кришна, он самый внизу был, все сначала забирались на плечи Кришны, потом на плечи второго пастушка кто-то забирался, рвали манго, пробовали, потом передавали нижестоящему пастушку, тот тоже его пробовал, отдавал следующему, тот тоже пробовал, проверял, что оно действительно сладкое, и потом только доходило до Кришны. И вот во Вриндаване таким образом Кришна в большинстве случаев ест только остатки чьей-то пищи. Даже в магазине сладости, если часто можно наблюдать, что налетают птицы, едят то, что осталось, Кришне предлагают. Обезьяны тоже там не дремлют, постоянно что-то воруют. Это не правило во Вриндаване. Кришна, он принимает во Вриндаване все такое. Иногда в форме обезьян, птиц и всего остального, и всех остальных. Если следовать правилам Рамануджа Ачарьи, то там это неприменимо. Кришне все проще. И в Пуре, например, в Нилачалдаме, Рамануджачарья пришел, хотел порядок навести, видя весь бардак, то, что происходит там. И вот Рамануджачарья хотел дать советы пандам, и вечером Бхагаван его перенес вместе с его кроватью за сотни километров. И вот когда он проснулся, где-то было километров 700 от Пури в южную сторону, в Курмакшетре он проснулся, и Бхагаван сказал, что кто ты, чтобы тут что-то мешать служению, пускай служат как могут. И Пундарик Видьянитхи, он ходил получать даршан Джаганнатха каждый день. Он в Ришабхану Махараджи вот однажды подумал, что эти панды хоть бы постирали одежду перед тем, как предлагать Господу, только принесли с базара, она вся в крахмале, как ее можно носить. Плохо все это, отвратительно. И вот он так подумал. Хотя не сказал никому, просто подумал, что как-то бестолково они все делают. Кришна Баларам, они потом пришли к нему и надавали пощечин. Баларам слева бил, Кришна справа, и вот с утра все его щеки были красные. И были отпечатки их ладоней на его щеках, и он попросил прощения у всех, про кого плохо подумал. И вот Джаганнат говорит, что это мое желание, и кто вы, чтобы тут наводить порядки. И вот Махарадж говорил, вот как дайта, как бхакти дайта, Мадхава Госвами Махарадж, дайта значит очень дорогой, близкий Бхагавану. И также Гуру Махарадж говорил, дайта панда, то есть те, кто, эти панды, они близкие, дороги Джаганнатху, они подобны его сердцу. Когда Джаганнатх не двигается, иногда Джаганнат, его имя Вишвамбар, он очень тяжел. Панда speaking all love, Teri Maki, Teri Bhakki in Hindi.
И иногда эти панди ругаются на Джаганатха, что он застрял и никуда не двигается. Джаганат может стать крайне тяжелым и невозможно его сдвинуть с места. Но так как ведут себя панды с Джаганатхом, это очень... Иногда ругают, матерят его, это выглядит отвратительно с нашей стороны, но Джаганатх не возражает с другой стороны, поэтому наши правила там неприменимы. Приядоди ман кори коре бхатсан, бедостити хойтё харе манман. Кришна спикин Чайтанья Чаритамрите. Вот Кришна говорит в Чайтанья Чаритамрите, если Радхарани, Лалита, Вишака, они ругают меня, то я, мне нравится это. Даже как Радхарани, когда и прочие саки ругают Кришну, то Кришна, он не обижается. Он иногда, наоборот, счастлив. В Чайтанья Чаритамрите говорятся такие слова, что иногда из-за любви, какой-то гнев у объекта моей любви возникает, то я не обижаюсь на эти слова. Иногда мне даже их более приятно слышать, чем чьи-то молитвы от того же Нараяны. Кришна, он хочет развить такие отношения с нами, чтобы мы думали, что Кришна, он под нашим контролем, под контролем нашей любви. Какая разница между любовью Чандравали и Кришны? Какая особенность любви между Чандравали? В чем особенность Чандравали и Радхарани? В чем особенность Радхарани? И в чем особенность Чандравали? Чандравали говорит, то, что я Кришны. А Радхарани говорит, что Кришна мой. Мой Кришна. Чандравали думает, что она Кришны. А Радхарани думает, наоборот, что Кришна мой. В этом их главная разница. И мы должны совершать баджан. И тогда мы осознаем, что я хочу сказать. И вот это очень сокровенные вещи. Какого значения всего этого? Огромная разница есть. То, что Радхарани думает, что Кришна мой, а Чандравали наоборот, что она Кришна. Вот завтра я продолжу. Я знаю, кто-то запутан относительно Дхамма Парикрамы. Как совершать Дхамма Парикраму? Это очень важно. И с другой стороны, я позволяю вам совершать Дхамма Парикраму, я не возмущаюсь, но я хочу помочь вам, чтобы вы в уме совершали Дхамма Парикраму, и можно получить одинаковое благо от совершения Дхамма Парикрамы в уме и физически. Я в уме постоянно совершаю Дхамма Парикраму, а физически совершать Парикраму — это, несомненно, тоже благоприятно для обусловленных душ. Завтра я более подробно объясню, но сейчас помогу вам совершать парикраму в уме, обойти всю Дхамму в нашем умом. И вот, будучи в обусловленном состоянии физическом,
обхождение дхаммы, оно очень важно, несомненно, в уме. Только возвышенные преданные могут совершать дхамма парикраму. Это важный момент. Но как совершать дхамма парикраму? Как это возможно, чтобы достичь успеха в этой дхамма парикраме? Во время, хотя говорится, что вы совершаете парикраму, в Бхактираттнакаре говорится, если вы совершаете парикраму в течение 5 дней, и Враджа Мандал парикраму, благо одинаково обретете, что от обхождения Враджа, что и от совершения парикрамы Гуру Мандала. Если вы совершаете парикраму с неотрывным вниманием под руководством возвышенного преданного, и завтра я объясню все это. Если вы сможете совершить парикраму таким образом, то вы... Кто-то думает, что только во время Гуру Пурнимы можно совершать парикраму. Нет, во время Гуру Пурнимы... И вот Бхактивинода Тхакур пишет о дхамма парикраме. И вот там Бхактивинода Тхакур пишет, что в течение 5 дней, если вы получаете даршан различных мест, лил Гуранги Махапрабху, и в итоге обходите Майпур и Йогапит, это очень благоприятно, но это не значит, что в другое время парикрама менее важно, поскольку если изучить историю Нарутам Тхакур Махаша, Джива Госвамипада, то они не думали о времени, когда они очутились в Навадвипе, они совершали парикраму. И Джива Госвами под руководством Нитянанды он совершил парикраму. И Нарутам Тхакур также, он под руководством Шринивасачари он совершил парикраму. Но это было не время Гуру Пурнимы, просто когда они очутились здесь, они совершили парикраму. У меня вот физически времени нету совершать парикраму, поскольку если буду совершать парикраму, то не успею харикатху говорить. Однажды можно посетить какие-то места, рассказать о этих местах. Если вы хотите совершать парикраму, тоже можно как-то организоваться. А если я буду совершать парикраму вот все время, то на другие виды служения времени не останется. И также проблема ходить с кем-то, тоже можно. Какие-то недостатки найти в том, кто водит парикраму, и тоже может стать причиной вашего падения, как, например, Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, он вел парикрамы. Я вот за Махарадж тоже привык много ходить, может за 2 дня обойти все, бегом так. Хоть и родился в городе, но предпочитает Махарадж такую простую деревенскую жизнь. И вот Гуру Махарадж совершал парикраму, и Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Валабхирта Госвами Махарадж. И вот какие-то преданные постоянно находили недостатки в Шриле Пури Госвами Махараджа, что он крайне медленно, крайне поздно еле ходит, зачем его ждать. И вот обусловленные души, они могут найти недостатки даже в таких возвышенных Махабхагаватах, как Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж. И вот во время дхамма парикрамы Гуру Махарадж говорил, что это часть арчаны, и поэтому идеально поститься. Но не каждый может поститься до позднего вечера. Но другое правило из Бхагавата я могу показать. Гуру Махарадж говорит, что хотя это часть арчаны, наша парикрама, но в то же самое время можно сказать, что в Раджавасе, во Вриндаване, после совершения Говардхана Пуджи, и вот они предложили все подношение, приняли прасад и начали совершать парикраму.
Это в Бхагаватам, но в другой книге написано, что Парикрама Часярчана и Гуру Махарадж вот этому следовал. Я тоже редко ем, особенно при людях. Махарадж при людях никогда не ест. И такое правило, и поэтому не обижайтесь. Я хочу дать вам возможность. И три года назад я совершал парикраму всей Навадвипы. И однажды можно... Ну, в общем, Махарадж посмотрит, когда, где, куда ходили, идти на парикраму, пока не ест. Раньше было множество людей, которые были духовностью вдохновлены, а сейчас такого не так часто можно встретить. Сейчас и можно наблюдать множество таких материалистично настроенных людей приходит. Поэтому я обещаю, я помогу вам совершить парикраму сегодня или завтра, в будущем. Сейчас мы обсуждаем теорию славы парикрамы. И вот та шлока, с которой начал. Ям сям сандарам ачинта гуна сарупам гавинда мади пурушам тамам баджами ванча калпатаруси ке басинду бхаче патитан павана пу Кришна пхи. If you enjoy hearing Харикатха, you can get complete. Если вы чувствуете радость, слыша Харикатху, то ваша парикрама будет успешна. Я уверен, что вы обретете подлинное благо, слушая Харикатху, не меньше, чем совершение парикрамы. Шрила Бхактивилапа Тирта Госвами Махарадж ушел, Бхарати Махарадж тоже ушел. И с кем же совершать парикраму, чтобы обрести подлинное, несомненное благо? I have no enemy. In the whole world, I have no enemy.